Видишь, я же сказала, что сработает. Вера, Надежда и пыльца. Это что, пыльца? Вот вы где. А мы вас все утро ищем. Вы видели, какая вчера комета была? Нет. А вы видели такой большой зеленый шар на небе? А зачем вам ягоды? Да, мы их просто в лес везем. Это для животных. А разве ягоды обычно везут не из леса? Не в этом конкретном случае, ведь они такие вкусные. За ушки не оттащишь? Ням! Вам помочь? Нет, ну что вы, не надо. Мы сами справимся. Ой, брось скромничать. Все можно сделать гораздо проще. Нет, не надо, ты не понимаешь. Я просто помогаю вам. Мне хватит и простого спасибо. Что вы там рассматриваете?